Всем доброе-предоброе утро. Я вчера на ночь сделала творожную смесь, наверное, да, для сырников. Вот, это с манкой, они там с этим сухим виноградом и, в общем, со сметаной. Что может быть лучше? Всем приятного аппетита. А муж говорит: пойдем, говорит, я тебе чуросы угощу. Я говорю: какие чуросы? Какие чурсы, у меня там сырники поспевают в холодильнике. Сравнил тоже. Я тут дверь закрыла, вот эту. А теперь ее не могу открыть, она не работает. Не открывается. Что мне делать, я не знаю. Полюбила и страдаю. От чего страдания? Дверь не открывается. Можно, конечно, мужу позвонить, чтобы он меня... Как, кстати, он может быть где-то здесь. Или вот я знаю, что одна из вот этих вот выпадает. Надо ее просто вытащить оттуда как-то. И открыть дверь, блин. Не, ну пипец какой-то. Жарко. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся. Да ты не бойся и не стесняйся. Буду как-то открывать, твою мать. Свобода попугаю! Почему-то с одной стороны не открывается. Я даже, как говорится, об этом и не знала. Представляете, надо сказать, а то так закроется что-нибудь. И останемся мы в заперти. Ну, я так как... Я сегодня при этом, как говорится, как это, экипировка у меня. Кто-то там писал однажды, что как можно ходить по такой жаре, типа без кепки. Ну, я же всегда хожу по фтеньке, я же по солнцу не хожу. А вот сегодня, видите, вышла на солнце и надела кепку. Но у меня в ней голова потеет в 3 раза больше. И можно получить тепловой удар таким же способом. Вот. Я сегодня не поехала ни в парк туда, вот, где на пляж. Потому что, ну, не знаю, что-то не захотелось. Думаю, пойду лучше сейчас в нашем пройду. Здесь все равно никого нету с утра. Смотрите, как хорошо. Вот. Ни детей, никого. Все спят, все отдыхают. И Чарли здесь нравится. Он по травке начинает вот так елозить. Да и машину не надо брать. В общем, да, когда попрохладнее станет, ну, буквально через месяц будем уже, как говорится, свободнее. Уедут все эти отдыхающие. Август, это, конечно, у нас в этом году все по-другому. Меньше народа. Ну, я много раз говорила, но наш городок, он не особо туристический. Здесь съезжаются люди отдыхать с Испании, испанцы. Вот, поэтому как бы народу у нас, ну, можно сказать, даже одинаково. Хотя вот в Салабрине, где я работаю, там, да, приезжали туристы с Франции, с Италии. Немцев было много в этом году. А в этом году немецкий говор даже и нифига не слышно. Ну да ладно, в следующем году будем слышать всех их. Пускай отдыхают, накапливают сил, денег. И в следующем году приедут нас, как говорится, это, вытеснять с наших пляжей. Вот здесь вчера была служба. Сейчас Чарли натравлю на голубей. Чарли, Чарли, мира палома. Бен, бен аки, бен, мира, мира палома. Ай, бен ты. Что-то у него там интереснее нашлось. Чарли, бен! Мира палома, палома! Блин, а ему камень надо понюхать, его пометить. А что, у тебя голова уже сырая? А Чарли? Да, он где-то уже навалялся. Мира палома! Бенга! Давай, давай. Чарли, мира палома! Морду где-то намочил. В траве, наверное. Бенга, мира, мира! Мира палома! Ай, ай, вот. Гони, чё ты? Боишься, что? Забыл, как это делается? Палома, а? Надо здесь
Бинго, Палома, мира квантай. Бинго. Вот. Что ты как не родной? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Они здесь купались, а их разогнала. Короче, мы встретили сестру и сейчас идем, выпить пиво с рыбкой. Мы вообще любим внутри сидеть. Но тут, наверное, место... А, нет места. Все занято. Наше первое пиво и вот такая килька. Килька жареная. Всем приятного аппетита. Это вторая этапа. На двоих, вот по две рыбки нам. Смотрите, я вам покажу машину мужа. Трындец капец у него. Пипец, чего тут только нету, это жесть какая-то. Вот так вот, поэтому всегда мы на нашей, на моей ездим, потому что здесь чего только нету. Разные инструменты, какая-то фигня, какие-то отвертки, какие-то штуки, плоскогубцы, в общем, какие-то всякие, в общем, все всего до всего, вот так вот. И одно сиденье всего. Когда пришли мы в этот ресторан, там было прям хорошо, и давали быстро тапы, и пиво быстро. Я вот тут свои сережки купила. Интересный магазин, это серебро. Вот. А потом, по мере поступления народа, все начало тормозиться. Мы заказали себе жареную рыбу. И нам ее несли, и никак не несли. И мы в итоге позвали официанта, сказали, что мы уже не хотим кушать, и нам не надо ничего нести, что мы уходим. Потому что пиво у них уже нагрелось. И вот, как всегда, я иду домой, а они поехали дальше квасить. Потому что я устаю вот походить по барам. Не то, что устаю, мне скучно. Становится. Для меня, знаете, я поела, и все, больше мне ничего не надо. Вот. Сейчас тут на горку иду, поэтому больше мне ничего не надо. Они там базарят, у них там семейные разборки, там того обсудили, сего обсудили. А я узнала, что сегодня никто на пляж не поедет. Значит, говорю, сегодня воскресенье, тоже дома останусь. А еще иду, думаю, может быть, в кафе мороженое, зайти мороженое купить. А потом вспомнила, я же, когда вчера или позавчера, да я вообще была, купила же это, шоколадное мороженое, у меня дома лежит, я еще не попробовала его. Оно должно быть очень вкусным. Потом думаю, может, тортик. Что-то как-то тортики сейчас не это. В жару такую не очень хочется. Так что иду домой лопать вкусное мороженое. Хотя сегодня мы поели очень, ну как бы, не очень много, пару рыбы. А так, ну я напилась. Я выпила два пива безалкогольных и один аквариус. В общем, три напитка меня вот так вот заполнили. Они дальше, представляете? А, там кто-то знакомый, сейчас будет петь. Но... Этот сейчас может наступить через 2 часа. Потому что мы один раз тоже так поехали в бар один, что типа там будет это, фламенко. И вот мы ждали. А оно началось 5 часов, когда люди уже начали брать коктейли алкогольные после еды, то есть. Поэтому не знаю, что дождутся, не дождутся. Надо, кстати, мужу сказать, чтобы он мне заснял маленечко. Потом, может, вам вставлю. Кстати, сейчас я ему пошлю сообщение. Смотрите, какая прелесть на папином месте. Ну, ой, как тебе удобно, да? Как тебе тут хорошо, моя лапа такая. Как в этой, в люльке тут. Как ему тут удобно и хорошо, моя радость.
Вот так вот и отдыхаем. Время 7. А папа все гуляет, да? Да. А мы с тобой тут кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Тут классно спит, такой удобно, ему хорошо, как в какой-то коляске. Знакомьтесь, это Антонио. Антонио! Помните, был такой фильм детский? Эмилио! Мне он так нравился, не помню, с какой он это был. Вот он там, Эмилио, плохой мальчик был. Ну как плохой? Так вот, мне этот прям напоминает поэтому. Потому что мать его постоянно кричит. Ну, постоянно. Я имею в виду. Нет, это он сейчас только закричит. Кстати, эту ночь мне не давали спать. Я вам говорила, что у нас соседка была беременная. Вот я не пойму, то ли она родила, то ли что. Потому что детских голосов я днем не слышу. А этой ночью прям слышала детский плач. Ну, знаете, не прям вот грудничок. Прям такой маленький, чтобы. А такой 3 месяца. Может быть, уже так груднички плачут, не знаю. Ну, короче, ночью и Антонио этот тарал, и вот этот грудничок. Я себе тут чай делаю. У меня еще отвалилась вот эта шторка, которая вот тут висела. Ну, я говорю, раз она отвалилась, значит, ее надо постирать. Вот. Ну, сейчас я стираю не шторку, а белье постельное. Чайник у меня все-таки навернулся. Вот. Но муж сказал, что там уже ничего нельзя сделать, поэтому... Поэтому надо новый покупать. Чарли тоже не поймет, что за фигня, откуда дети орут. О, кстати, съел. Я ему паштетик вот этот вот дала. Он его поел. Молодец. Моя рыба. Покушай паштетик. Разогреваю, кусочками режу. Все как надо. Сладкая моя. Хочешь десертик? Давай, я тебе дам десертик. Давай. Ой, как он знает, что тут его десертик ждет. Ой, вот так вот. Приготовила мусор. У меня как раз тут пластик, бумага и стекло. Завтра все это загружу в машину. Машина рядом стоит. Вот. На завтра у меня еще есть... Ой, я вас долбанула. Ну, ничего страшного. У вас же ничего не страшно. У меня еще сырнички остались. Я их ела вот с сиропом агавы. Какой-то. Ну, вместо меда всего такого. Ну, со сметаной, естественно. Если вам это утром уже говорила, я не помню уже. Муж все гуляет, представляете, загулял. Они мне там присылают уже фотографии, что они с сестрой сидят. В общем, стаканчики пьют. Ну, там, алкогольные напитки, скажем так. Представляете, как так можно? Ох, я... Нет, все можно, конечно, и нужно. Ничего страшного. Просто я думаю, хорошо, что я домой ушла. Ой, потому что я вот эти вот тусовки долгие... Мы уже просто давным-давно уже давно с сестрами никуда не выходили. Потому что у одной сестры приезжала дочка, она улетела. Кстати, сестра тоже улетает в пятницу вот в эту, туда к ней на Канарские острова. Вот. И вот он, естественно, она время проводила с дочерью. У другой тоже с дочерью, в общем. А сегодня мы их и встретили. Одна такая, вы, может быть, меня ждали? Я говорю, конечно, ага, конечно. В общем, они сегодня загуляли. Пускай гуляют. И вот я говорю, смотрю эти фотки, говорю, как хорошо, что я с вами не поехала. Я устаю от всяких этих тусовок, тем более хождение по бару. Ладно, там у кого-то в гостях, там можно посидеть, полежать, да. А это вот так вот из бара в бары, тем более сейчас пить какой-то алкоголь, это просто, я не знаю. Ну, в общем, я не знаю. Взрыв мозга потом получится. Но они вот гуляют, видите. Такие вот дела. Все, сейчас попью чаек. И рыбуш. И все. И все. Все, друзья. Отдыхаю. Пью чай. Монтирую влог. И кайфую. Сегодня я с тобой кайфую. Вентилятор надо включить. После душа, правда, не так жарко, но все равно, чтоб было. Всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока.
Пока.